В Тверской области прошла штабная тренировка по гражданской обороне. Называется она «Организация действий органов управления и сил при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера». Как это было, увидите прямо сейчас. Это уже второй этап всероссийских учений, которые ежегодно проводятся совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов России, органами местного самоуправления и организациями. Ранним утром произошло оповещение дежурными службами своих структурных подразделений и подведомственных организаций, органов местного самоуправления и организаций, отнесенных к категориям гражданской обороны. Началась загрузка имущества, оборудования, запасов материально-технических средств на транспортные средства. В 6.04 организован сбор и обмен информацией в области гражданской обороны под руководством группы контроля МЧС России. Организован контроль выполнения мероприятий по гражданской обороне. Отработка организации работы повседневных органов управления, выдвижение сил в зону условных чрезвычайных ситуаций, развертывание подвижных пунктов управления в районах возникновения чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по эвакуации населения из зоны ЧС. Такие задачи отработали специалисты в день учений. Главная цель тренировки – проверка готовности органов управления сил к действиям по предназначению. В ходе мероприятия оценивалась готовность органов управления и сил к практическим действиям. Девушка в центре, четыре офицера, мужчины вперед. Садитесь в машину, а вы обходите машину с другой стороны. Понятно? Напомним, что в случае возникновения ЧС звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101 и 112, единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 39 99 99.